стойкая Мелани Гайдес. Пожалуй, главный герой нашей подборки. Знаменитая и успешная 32-летняя Мелани сделала эктодермальная дисплазия. Редкое генетическое заболевание, которое влияет на строение лица, кожу, зубы, волосы и ногти. У Гайдес всего 3 зуба, и те молочные, остальные выпали еще в детстве. Девушка никогда не жила затворницей, и даже сложно представить, сколько критики она услышала за всю жизнь. К 16 годам она впала в глубочайшую депрессию, из которой смогла выбраться, движимая одной мыслью. В мире есть и другие люди, отличающиеся от большинства, а значит, она не одна. Мелани начала искать фотографов, которые как раз ратуют за разнообразие, и нашла. А мир моды нашел ее. С Гайнес работали такие профессионалы, как Кристиан Мартин, Вайс и Скотт Ирвин. Вместе с ними на Гайдес обратила внимание и немецкая группа «Рамштайн». Модель, кстати, переехала в Нью-Йорк и с удовольствием гуляет по городу в окружении миллионов людей. Ей больше не страшно услышать что-то плохое в свой адрес, ведь она полюбила себя, а значит, никто не может ей навредить.